Здравствуйте, дорогие друзья! Очень рада приветствовать вас на канале «Вкусные рецепты от Натальи». Сегодня готовим ореховый кекс. Это рай для любителей орешков. При откусывании орешки чувствуются внутри и снаружи, в поливке и в посыпке. Это очень хорошая добавка к вашему чаю или кофе. Для приготовления нам понадобится орех. Я взяла миндаль и арахис. Можно взять любые, грецкие, фисташки, лесной орех, все что угодно. И нужно перемолоть их в блендере. Орехи нужно перемалывать не до состояния пудры, а чтобы остались немножко вот такие кусочки небольшие. Теперь готовим тесто. Для этого в миску я высыпаю сахар, одно яйцо, выливаю молоко, растительное масло и все взбиваю миксером. В муку я добавляю чайную ложку разрыхлителя, все перемешиваю и просеиваю все в жидкую массу. И все перемешиваю. И высыпаю сюда орешки. И все перемешиваю. Форму я смазала маслом и посыпала мукой. Выливаем тесто в форму. Отправляем пирог в духовку выпекаться при температуре 180 градусов в течение 25-30 минут до сухой шпажки. Смотрите, как печет ваша духовка. Пирог испекся и теперь отдыхает и остывает. А сейчас мы готовим поливку. Для этого в сотейник я высыпаю орешки, выливаю сгущенку, добавляю сливочное масло. В сотейник ставим на газ, варим на медленном огне при постоянном помешивании. Смесь уже становится густой, уже вот видно даже дно. Добавляем сюда сливки и все перемешиваем. Теперь поливаем наш пирог. И оставляем до полного остывания. А затем, когда пирог остынет, украшаем его орешками. Вот такой кекс получился. Очень вкусный, очень нежный. Рекомендую, приготовьте. Побалуйте своих родных вкусняшкой. Благодарю, что смотрели мое видео. Если вам понравился рецепт, поделитесь этим видео со своими друзьями. Подписывайтесь на мой канал с колокольчиком, чтобы первыми узнавать о выходе новинок. Желаю вам прекрасного летнего настроения и отличного дня. Всем пока-пока!